Всем привет! Сегодня будет рецепт для любителей начинать свой день с какого-нибудь полезного коктейля. Это будет коктейль с голубикой, шпинатом, который отлично подходит для системы питания Detox. Ну и, конечно же, как в любом коктейле, нам нужно все просто хорошенечко взбить в блендере. В качестве молока можно использовать и обычное коровье молоко, ну а если вы хотите сделать веганскую версию, то тогда заменяйте на любое растительное молоко в том же объеме. Ну а мед можно заменить любым другим подсластителем по желанию. We'll be right back.